Ты преследуешь меня? Из-за него? Его зовут Дермот. Он добрый. А ты? Тогда и он тебя не обидит. Хочешь потрогать его? А можно он полетает? Я попрошу его. Дермот, не полетаешь немного для нашего друга? Рыжеволосая девушка, мы долго тебя искали, наконец нашли. То есть? Тор исполнил наше желание. Ты нужна нам. А вы особенно не обольщайтесь. Эол! Боги не ошибаются. Это как сказать. Ты пойдешь с нами. Не трогайте мальчика. Он может остаться, а ты пойдешь с нами. У тебя нет выбора. Неужели? Вот мой выбор. Викинги, взять ее! Не подлетай, Дермот! Только не раньте ее! Стой здесь от греха подальше. Не подходи. У вас будут неприятности, грубияны. Взять ее! Она дьявол! Давай! Нам нужна ее сила. Полежи. Ты тоже? Отпусти меня. Да стой ты! Викинги, хватайте ее! Слишком опасно. Не подходи. Назад. Бог с ним. Держи ее. Приключения Синдбада. В ролях Сэм Кезнер, Джордж Бьюза, Тим Прогош, Борис Эрхуэро, Дермот, и Жаклин Коллин в роли Мэйв. Приключения Синдбада. Дим-Дим называл это зверским аппетитом. А я бы назвал это обжорством. Также в картине снимался Брэд Харт. Фиников? Автор сериала Эд Наха. Сыра? Может, Балычка? Продюсеры Гэвин Митчелл и Джонатан Хакет. Ага. Еда — это искусство, а я настоящий художник.
Автор сценария Крэг Волк. Господин Синдбад! Режиссер Клей Борис. Yes? Да. Ваша подруга с ястребом. Мэйв! Они забрали ее. Кто ее забрал? Они называют себя викингами. Мореходы северных стран. Куда они ее повели? Она не хотела уходить с ними. Ты уверен? Он уверен. Дермат, отведи нас к ней. Они не знают, что Мэйв начинающая волшебница. Ничего, скоро узнаю. Пусти меня! Поставь на землю! Довольно повеселились. Хватит. Хорошо. Можешь идти сама. Идем. Нет. Делай, что тебе говорят. А я говорю, нет. Ты лихая девушка. Лет 20 назад я бы взял тебя в жены. А я бы все равно сказала нет. Не надо злить его. Злить? Я тебе покажу, что значит настоящая злость. Она ведьма! Не называй меня ведьмой! Любишь хватать девушек, да? Лежите ей руки! Довольно тебе упрямец. Куда мы идем? К нашему кораблю. И где же он? Там, где его держит Гиллен. Гиллен? Демон. Демон. Замечательно. Вам это с рук не сойдет. Никто не помешает мне вернуть товарищей домой. Никто. Никто. Эти викинги, мореходы? Легендарные путешественники. Чего же они тогда шляются по лесу? Хороший вопрос. Давайте поймаем их и спросим. Хочу заметить, что, судя по прибору, определяющему стороны света, за последние полчаса мы четырежды сменили направление. Для краткости свой прибор я называю компасом. С ним мы больше не заблудимся. То есть сейчас мы заблудились? А долго нам еще идти по лесу? Кто знает. Он называется дремучим лесом. Дремучим лесом? Да, говорят, люди входят в него и... Не возвращаются. Местное вранье, страшилка для детей. Но мы выйдем из леса, ведь у нас есть компас. Запад? Но там садится солнце, значит, запад там, да? Стрелка застряла. Надо подкрутить ее. У меня идея. Отлично. За Дермотом идти сложно. Но это и не нужно, если мы найдем их следы. То есть надо смотреть не в небо, а на землю. Именно. Не обижайся ты. Если этой дорогой. Отлично. Теперь сюда. Мы заблудились. Заблудились. Ясно вам? Бог с вами, идите как хотите. Yes.
Теперь куда? Я думала, вы знаете, куда идете. Я всю свою жизнь веду своих людей за собой. Куда? Воровать рыжеволосых девиц? Беспримерная храбрость. За мной. Нам сюда. Не говори с ним так. Он же старший. Ну и что? Вы притащили меня сюда? И хотите, чтобы я была вежливой? Разве вы не чувствуете, что это злое место? Страх — единственное зло. Рабство тоже. Ты не раба. Ты наша спасительница. У меня руки связаны. По-твоему, я свободна? Чему быть, того не миновать. Видел? Это здесь. Ты должна гордиться тем, что Тор выбрал именно тебя. А кто этот Тор? И почему он решает за меня? Тор наш защитник. Величайший воин. Отец Грома. Мужское божество. Викинг верен своему долгу перед народом и богами. Только тогда он достигнет Валгаллы. А что это? Рай викингов. Воин, погибший в бою, отправляется в Валгаллу. Но у вас и религия, дружок. Постарайся понять. Я понимаю только, что вы пленили меня. А ты пойми, что я не намерена оставаться вашей пленницей. Да, я помогу. Я сама могу прекрасно справиться. Скоро мои друзья освободят меня. Все, кто попытается следовать за нами, пропадут. Это еще почему? Так сказал Гиллен. Я здесь. Hello? Если слышишь звук, но ничего не видишь, значит, ничего и нет. Это факт. Рангар! Ты всегда так тихо подходишь. Ты слышишь? Нет. Если слышишь шорох, но ничего не видишь, следовательно... Покажись, Илья! Я здесь! Я нашел их след! Ребята! Дубар! Ромгар! Фирус! Дермат, мои друзья пропали. Эй, кто прошлое помянет, отныне мы будем следовать только за тобой. А пока помоги мне найти их.
Сверус, ты можешь шевельнуться? Мне даже головы не повернуть. Надо разорвать эти лианы. Рангар, давай попробуем. Лучше не надо. Давай позовем на помощь. Синдбад! Синдбад! Дубар! Синдбад! Ну и видок у вас. Сами знаем. Фирус, что это за растение? Я, конечно, не ботаник, но, по-моему, это антиаротоксикарум, или просто цветок-людоед. Знать этого не желаю. Он ест мясо. Он выбрасывает щупальца, хватает ими жертву, а потом медленно ее переваривает. Перестань, наконец. Синдбад, я не хочу, чтобы меня съел цветок. У него от тебя будет отрыжка. Держитесь, я помогу вам. У него много щупалец. Синдбад! Идем! Сюда! Тебе удобно? Перестань подлизываться. Прости. Не извиняйся. Если бы ты чувствовал свою вину, то давно бы уже меня отпустил. Поверь в божественное провидение. Тогда ты смиришься со своей участью. Стой! Немедленно скажите мне, что вы задумали. Я не слышу. Посторожи ее. Мы на разведку. Постой смирно, хорошо? Ты умеешь драться. Ты цел? Тебе просто повезло, что у меня руки связаны. Не смотри на меня. Прости. Перестань просить прощения. Извини. Почему ты не такой грубиян, как все остальные викинги? Не знаю. Знаешь. Я такой, какой я есть. Не извиняйся за доброе сердце. Это не недостаток. Как скажешь. Так и скажу. Это чистая правда. Как скажешь. Правда? Правда. Мэйв. Меня зовут Мэйв. Элф. Я так и поняла. Раньше меня называли малыш Элф, но я вырос. Я заметила. Элф, ты хороший человек. Но станешь еще лучше, если отпустишь меня. Не могу, ты избранная. Тогда ты не оставляешь избранной выбора. Поднимись. Поднимись в воздух. Как перо на ветру, поднимись. Немедленно объясните, что вы хотите со мной сделать. Перестаньте отнекиваться. Расскажите немедленно. Я требую этого. Ставьте ей кляп. Нам нужно идти. Океан уже близко. Скоро мы придем к пещере Гиллина. Расскажи мне о Гиллине. Прошу тебя. Демон Гиллин захватил наш корабль. Ты должна освободить нас. Пожертвовав своей жизнью,
ты дашь нам шанс на возвращение домой. Сюда! Он разошелся. Это из-за Мэй. Не дай бог, они ее хоть пальцем тронут. Что там? Что-то вроде паука. Помогите! Синбад! Сегодня мы весь день влипаем в неприятности. Ну и видок у тебя. Дубар. Невероятно. Какую паутину мог сплести лишь огромный паук? Огромный паук? Да. Надеюсь, сейчас он где-то далеко. Ты можешь вырваться? Не шевелись. Ты только сильнее прилипнешь. А что делать? Я просто ненавижу этот лес. Помогите мне. Сейчас. Господи, я тоже завяз. Осторожней. Если паук почувствует вибрацию, он тут же прибежит. Не шевелитесь. А я не шевелюсь. А ты? Нет. Значит, это паук возвращается проверить паутину. Где он? Ты видишь его? Пока нет. А вообще-то, кое-что вижу. Фироуз! Что? Сделай что-нибудь! Быстрее! Нельзя подпускать его к паутине! Надо отогнать его! Бесполезно! Рунгар! Целься в крепежные нити! Теперь туда! Бежим! Найди на обед кого-нибудь другого. Друзья, вы вернулись к океану. Теперь мы должны идти к пещере Гиллина, но сначала нужно перекусить. Найдите еду. А можно нам умыться? Нас с самого начала преследовали неудачи. Облака закрыли небо. Был полный штиль. А без звезд, указывающих дорогу, и ветра в парусах, даже викинги беспомощны, как дети. Мы причалили к берегу. Бросили якорь, и на нас напал Гиллин. Он потребовал жертвы, и его чудовище прогнали нас в лес. Мне жаль, что тебе суждено погибнуть. Я могу украсить им. Они с тобой? Приведи их. Возьми цветок как знак. Они петляли. Хотели сбить нас со следа. Я в этом не уверен. Смотри, это Дермот. Что это? Морская лаванда.
Они дошли до океана. Значит, мы опоздали. Нет. Это знак. Она еще на берегу. Дермат, веди нас к ней. Веди. Куда же они пошли? Это тебе. Я выну кляп, но обещай, что ничего не скажешь. Обещаешь? Я не голодна. Я хочу поговорить. Поешь. Ты мне доверяешь, да? Пойми, ты должен меня отпустить. Ты должна гордиться, что Тор выбрал именно тебя. Не хочу я гордиться. Мне нет дела до ваших богов. Может быть, ты нужна Гиллену просто как прислуга? А мне нужна свобода. Я требую освободить меня. Ее кляп. Мы можем сразиться с Гиллену. Вместе мы победим его. Трусы в Валгалу не попадают. Эту битву мы выиграть не сможем. Вы не имеете права отнимать мою жизнь в обмен на свою свободу. Кляп. Мы уже пытались сразиться с Гиллином. До этого сражения нас было 20 человек. Посчитай, сколько осталось. Они только что были здесь. Они могли забрать ее на корабль? Нет. Они пошли по берегу. Дерма! Что там? Скалистые берега и бухты. Ах да, еще пещера демона Гиллена. Ну, конечно, ни дня без демонов. Кто-нибудь видит Дермата? Он вон там! Твой час настал. Скоро мы будем дома. Мы вернулись. Тор привел нас к ней, мы привели ее к тебе. Тор, да кто он такой по сравнению со мной? Прикажи чудовищам отдать нам корабль. Ты отпустишь нас домой? Возможно. Ты обещал, что если мы вернемся,
Давайте сюда девушку. Подробности обсудим завтра. Ждите меня на берегу. Оставь ее. Немедленно! Оставь ее! Викинг! Говорить, настоящая красотка, ты просто прелесть. Не торопись, наше свидание только начинается. Завтра нам вернут наш корабль, и мы отправимся на родину. Завтра. А если нет? Если демон смеется над нами, он не уважает наших богов, а мы все терпим. Надо вернуться и настоять на своем. Это все слова. Значит, надо драться. Как в прошлый раз? Пока не получим корабль, нам отсюда не уйти. Или ты хочешь остаться здесь? Мы будем ждать. Я сказал, будем ждать. Мы будем ждать, Эолф. Мне нравятся твои горящие огнем волосы. Из нас получится отличная пара. Смирись, и тебе сразу же станет легче. Тише, тише! А кому сказал? Никто тебя не спасет. Я об этом позабочусь. Где мы? Куда вы ее отвели? Немедленно скажите, где она? Гиллен нас предал. Он прислал чудовище убить нас. Вот такие монстры схватили наш корабль и убили моих людей. Синдбад, я сомневаюсь, что наши мечи пробьют его броню. Все назад. У тебя еще остались динамитные шашки? Только две. Свяжи их и подожги. Что это? Сейчас они уничтожат этого краба. Все назад! Синдбад! Прячься! Ты не можешь остаться! Груз! Вот так, вот так! Ближе, ближе! Еще! Хорошо! А теперь в укрытие! Но где мы? Я отведу вас к ней. Я с вами. Ирус, ты и Рангар останетесь здесь, на случай, если появятся незваные гости. Дубар! Что там у вас за демон? Демон как демон, жаждет крови. Тогда вперед! Wait!
Где вас насила? Не время скандалить, надо отсюда выбираться. Если ты не заметил, я в цепях. Он возвращается. Нет, нет! Куда это вы забираете мой подарок? Никто не уйдет отсюда без моего разрешения. Мы и сами знаем, когда пора уходить. Есть. Иди с нами. Перестань мне указывать. Мэйв, хоть один раз в жизни. Я сказал не с места. Остановитесь или умрете. Мне кажется, он не шутит. Давайте прикончим его. Я могу погасить огонь, но с ним сражайтесь сами. Гаси огонь. С ним мы справимся. Языки пламени, исчезните в ночи. Огонь, умри. Если он постоит спокойно, мы его достанем. Эол, покажи ему, как воюют викинги. Ну и противника они себе выбрали. Да уж. Вперед! Демон! Он поймал тигра за хвост. Я помогу ему. Сделай же что-нибудь. Синдбад. Назад. Не шевелись. Пора мне покинуть этот мир. Возвращайся домой. Возьми с собой тела погибших товарищей. Эол. Да. Я назначаю тебя новым вожаком. Будь храбрый, как Синдбад. Веди наших людей. Защищай их. Обещай, что выполнишь мой наказ. Обещаю. Он выглядит спокойным. Он отправился в Вальгаллу. Мэйв, помнишь? Помню. Тор прислал нам тебя. Теперь мы все свободны. Сегодня отличный день для путешествия. Спасибо вам за помощь. В следующий раз просто попросите о ней. Обязательно. Если попадете на север, станете желанными нашими гостями. Путешествие на север? Это можно. Теперь найти север будет совсем просто. Спасибо вам. Не за что. У меня тоже есть подарок. Так ты не забудешь рогатых грубиянов, похитивших тебя.
Я запомню все, особенно тебя. Викинги! Салют друзьям! Что у вас там с Иолфом? А тебе какое дело? Не смотрите на меня так. Это просто простой вопрос. Ну и что, мне нельзя задать простой вопрос? Исполнительные продюсеры Питер Сасман, Эд Наха и Дэвид Гербер.